Друзья, привет! Лада Гранта 2020 год. Сегодня сделал прошивку автомобиля. Прошили, видео будет полное. Ну, скоро. Это будет короткое видео. Назову его Лада Гранта автомат. И по городу в час пик. То есть минут 5 с вами прокатнемся. Вы посмотрите, как рука так и тянется после Нивы. Скоростя переключать. На автомате, конечно, красота, ребят. Вот реально красота. Итак, сегодня апгрейд сделал свой автомобиль. Будет видос, записал полностью. Человек, который занимается этим, рассказал про все графики. То, что у меня, смотрите, автомобиль 4000 пробега, я его прошил. То есть я не боюсь слететь с гарантии, потому что я остаюсь также на гарантии. По той разнице, если я прошивал где-либо в гаражах. Вот, но это все будет видео отдельно. Полное, полноценное, интересное, как все это прошивалось. Вот, а пока, вот посмотрите, еду по дороге общего пользования. Город Оренбург. Еду сейчас в школу за сыном на автомате. После прошивки проехал километр, наверное, 10. Автомобиль не то ли плавнее стал, ну, это первые такие впечатления. Сжигать здесь нигде не получится. Ну и, во-первых, на нем жена ездит. Давайте на газ нажмем. Вот сейчас он на четвертой передаче. Вот немножко газ нажал. Все, она пошла. То есть вот этот вот зазор, который был, когда автомат думает, его убрали. А так вообще классно. Едешь, ничего переключать не надо. Сама катится. Липучка, шипов нету, ничего не гудит. Тепло. Отогрев сиденья надо выключить. Автомобиль запускаем. Сигнализация с автозапуска. Вот и оцените разницу. Автомат, механика. Время 4 часа дня. Еду по улице Сережковой. Прикольно, прикольно. Сегодня снимал новый ролик. Хочу каждую неделю снимать ролик про АвтоВАЗ. Про какую-то беру конкретную модель. Сегодня брал вот Lada Vesta Universal Cross 1.8 двигатель. То есть будет обзор на нее, цены по комплектациям. Вот, про двигатель, про то, что масло жрет, не жрет. Все это будет в дальнейшем. Проекты есть. Потихонечку, ребята, к ним иду. Если интересно, поддерживайте, пишите комментарии. Вот, ставьте там лайки. Это нужно для того, для продвижения моего канала, ребят. Чтобы другие люди смотрели. То есть видео уходит в рекомендации, и тем самым ролик больше людей смотрит. Но легче, намного легче автомобиль стал ездить по соотношению заводской прошивки.
Ладно, на этом буду видео заканчивать. Видео короткое. Просто о моих планах. То, что я сделал. Все остальное будет в дальнейших моих видосах. Все, ребята, спасибо. Всем пока.